В историко-культурном центре прошла конференция Ленинской организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. В ней приняли участие более 20 представителей трудовых коллективов городского округа. Главная цель мероприятия – подведение итогов работы в прошлом году и построение планов на год нынешний. Выступая на конференции, участники отметили, что первичные профсоюзные организации провели большую работу в области охраны труда, занятости и защиты прав работников. Эти усилия по достоинству оценили и на региональном уровне. Мы получили 2 почетные грамоты Ленинский райком, ну это работа всего коллектива, естественно, всего профсоюзного актива, за социальное партнерство. И по второй вопрос у нас по охране труда, экологии и здоровья. Вот по этим двум направлениям мы за 23 год получили 2 почетные грамоты. Профсоюзным движением охвачено более 90% работников госучреждений и общественного обслуживания. Одним из значимых достижений прошлого года стало повышение зарплаты в учреждениях культуры. В этом году планируется продолжить работу в этом направлении. Большая работа проводится и в сборе помощи для участников СВО. Сегодня, в непростые времена, именно профсоюзные наши организации являются флагманом вот этой помощи за ленточку. Принимают обращения наших граждан, которые приезжают, бойцов наших солдат. И наши команды профессиональные, вот те самые профсоюзы, откликаются на эти просьбы активно, дружно, вместе. Также участники конференции назначили сроки следующей встречи, на которой пройдут выборы руководства окружной профсоюзной организации работников госучреждений и общественного обслуживания.